Здравствуйте, дорогие друзья! Как часто мы бываем недовольны. Недовольны своей работой, недовольны своей жизнью, недовольны своими отношениями. Как часто мы бываем недовольны. И как часто мы не умеем получать удовольствие от нашей жизни. Мы мечемся, хотим что-то поменять, возможно, работу, опять же, мужа, жену, не знаю, страну. Да-да. Мы на самом деле не умеем получать удовольствие от жизни. От перемены мест ничего не меняется. Все находится здесь. Научитесь радоваться и получать удовольствие от жизни. И будет еще больше и радости, и удовольствия. Подобное притягивает. Сергей Смирнов, Школа Радости, ваш ментор. Не забывайте. И пока. Чудесного дня.